помню, ESL Unwin, у Unwin уже встречали Soul, и у Unwin выиграли 2-1 на ESL Challenger лиге. Там вообще могло 2-0 быть. Они свой пик и Warpass проиграли, Soul. Хотя там на топа, хотя видели вперед. Давайте перейдем на разминочку. Да нет, уже на пистолеточку. Сразу на пистолетку? Да. Да, стартуем, поехали. Let's go, вторая карта. Пик команды Unwin. 6 побед. Сань, вопрос. Да. Меняется ли нулевой винрейт просто сегодня? Нулевой? А в минус кто-нибудь заходил? В минус, минусовой винрейт, это надо что-то нереальное сделать. Так, ладно, давай смотреть. Давай смотреть, снова 5 арморов видим в атаке. При этом в КТ тоже, если не долберится, один смоук и одна флешечка, и 4 армора. Была первый контакт, Фрид увидел никельбека, получил хит по плечу и убежал. Ну смотри, да, разворачиваются на мид, попалились везде и под Б. Ой, слушай, мид, интересное решение. Честно говоря, мне кажется, что эта позиция для пистолетки очень тяжелая для атаки. Но если вместе грамотно все сделают, а там в это время мид отпускается, посмотри, парой у нас играет Фейм с Норбертом под Б. Там кикер будет люфта. Они прочекали, все. Ой-ой-ой, как опасно будет. Вот есть информация, сразу под Б ориентируются игроки в ВП. Двойка принимает мид и полностью отдали. Это все не в стороне Unwin. Только один флит мид принимает, и тут на ротациях, на стрейфах. Ой-ой-ой, как сносит флита. Два хедшота, два хедшота, и он стерт. Кикерт, ответный хедшот есть по никельбеку, 4 в 4. А Джейма здесь считают? Ты посмотри, Форестер, это должно быть пода. Как проскакивают три игрока? Ретейк будут отыгрывать. Джейм. Все, вся информация, там все игроки стягиваются. Что? Нет, боятся на долбериться выходить, поэтому решили не даблпикать Джейма. Джейм тоже понимает, что его могут запушить. Но вся команда уже здесь, и Бумыча читают. Бумыча пытаются начекать. Бумыч. А флешка есть. Смотри, какой ретейк, как же Джейм дает. Вау, Норберт также хочет там отмечается, и уже 2 в 3. Ой-ой-ой, рассыпается в секунду. Все упали, все. А вот тебе и ВП ответочка. Какой жесткий ретейк. Плюс пистолеточка. Пистолетка. И ты посмотри, внимание, как они три пода играли, раздобыли инфу. 40 секунд до конца, никого пода не было. И грамотно вместе ретировались под Б, приняли этот мид. Вот так Virtus.pro меняют нулевой винрейт на 100% винрейт. На пистолетке. Есть такой. Ну смотри, берут у нас форс, бомба стояла, три Галила. Какие кэфчики? Уф, КФТМ. 1.78 на ВП и 1.95 на Unwin, дамы и господа. Напоминаю, что на BetBoom не только самые лучшие кэфы, но и 100% бонуса на ваш первый депозит по промокоду Freedom. Freedom, так что баннер в описании, кликайте. Ну, поехали смотреть. Бай, знаешь, такой хороший, три Галила. Гранат, правда, по минимуму, но есть смоки, 5 смоков у команды Unwin. 4 кольта. Фармган у кикерта. Ну, тоже хороший бай. Интересно, кто первый потеряет экономику. ВП в хорошей расстановочке. Тройка у нас отыгрывает пода. Правда, говорю, гранаты могут закончиться у команды Unwin. Так, опс. Скорее у ВП закончится. Опс. Потому что Unwin-то ничего не откидывают, они просто ждут. А вот ВП откидывают все. А им нужно занять еще, смотри. Ну да, ВП тоже откидывают. Все, у ВП остался один смок, две флешки и хаешка. Джейм красный, получил по голове сквозь дымы. Да, неприятненькая ситуация. А основная тройка будет понемногу занимать, а? А молик есть накинуть? И молик есть, опять влита выжечь. Вот тут смотри, как агрессивно. Б пустой. Б пустой, ВП. Не боится Трэвис один. Может спокойно сказать кол. Да, Трэвис, будет кол. Будет кол. 100%. Позиции, конечно. Там, посмотри, 4 игрока на выбивание пойдут. Как же не повезет игрокам Unwin, если они сейчас попадут в западню. А так и будет. Ну нет, так, ребята. Так, 3 игрока, какой хороший кол. И под флешкой сейчас будет, да? Нет, без флешки. На контактик. На контактик. Просто вся команда падает. Фейм с рукава. Ну, отогнали. Ну, не вся команда. Бумыч красная, уже неприятная ситуация. А может, и спаун прожимает у нас Джейм на лоу хп с МП9. Пустит, и бомба там. Ты посмотри. Вроде Трэвис прошел, будет заходить в спину, но шансов, конечно, Unwin забрать. Спина в спине, посмотри, тут и Джейм есть у нас, да? Он мог красного Бумыча убить. Спина в спине, щека к щеке, губа к губе. Что? Что? Джейм молодец. Джейм не читается на таком тайминге. Делает он все правильно. Он сейчас просто не даст бомбу поставить. Времени 8 секунд. Джейм, надо заканчивать. Джейм, надо решать. Джейм. Ай. Больно. Не реализовал свои козыри Джейм. Ну ладно, бомба. А. Что? Ну подожди. Что? Да что ждать? Времени нет. Да все. Как она не успела поставиться? Я не знаю. 2-0. Ладно. Вопрос интересный. Но, видимо, Джейм все-таки зарешал. Дека испугался, да. Дека не успел поставить, видимо, бомбу просто-напросто. Все, денег нет. Попробуют от дека отыграть, у которого есть армор и галил. Пистолеты мы видим у команды Unwin. Ну, знаешь, молодцы, 2-0, хороший старт. А Трэвиса после таймера убили. А Бумыч почему без денег? Его что, тоже после таймера убили? Ну,
Это снова форс, потому что, ну, снова ни у кого денег нет. Да, после таймера получилось. Ого. Жесть, ну значит, хоть дека вы. 4-0 должны выходить. Должны. Да потому не обязаны. Еще все что угодно может произойти, действительно. Диглы, ты знаешь, самый опасный девайс. По головам только так залетает с диглов. А Форестер очень больно, остается он красный. Дека подсаживается на мид. Форестер взорвали. Есть антифраг копилки Virtus Pro. Смотри, мита будет, есть инфа. Должны твоим снорбортом в перекрестном окне. И падает дека, как раз видео. Unlucky тайминг для дека. Да. Странно. Две флешки, уже одна флешка и смок у никельбека. Как они это хотят разыграть, для меня загадка. Ну, четверка перетягивается под Б, мидкол поступил. А там у нас на приемочке Фейм и Норберт с фармганом. Еще третий игрок Кикерт, который будет поддерживать свою команду в случае. Ну, знаешь, тут и 3-0 вижу. Бумыч первый идет с глоком, странно. Мне казалось, что Бумычу лучше первым не идти с глоком. Ну, посмотрим. Буст, дека, должен падать. О, не упал дека, красавчик. Дека еще и пробивает Фейм, оставляет ему 66 хелспоинтов. Фейм один, нет, есть еще помощь в виде Кикерта. Фейм живет, убив двоих, падает от никельбека. Дека все еще живой с Галилом, поэтому Кикерту лучше не пикать лишний раз. Дека красный, 32 хп. Никель, вся надежда. Бомбу надо ставить. О, конечно, там уже 3 игрока перетянулось. Бомба ставится, это будет плюс экономика. Прыв! Пошел. Дека видно было. Кикер. А, нет, задушили толпой. Никельбек остался 1x2. Никельбеку вырубает Джейман, но падает от Кикерта. Это было близко, очень близко. А ты понимаешь? И теперь ванвин могут форсить. Еще могут форсить. И бомбу поставили. Lost Bones 2900. Конечно, да, они закупят. И выбили 4 гана. Тут сложная ситуация. Может, и паузу стоит поставить команде ванвин? Да, можно паузу поставить, посчитать экономику оппонентов. Как они дерутся за экономику? Ну, НТ, никель. Это жестко НТ. Если бы еще засчитал, это тоже был невероятный хайлайт. Согласен. С таким посмотри, КП. Там 5000 у никельбека. Да, это будет форс, там у всех на калаш хватает. Красавцы, так и надо. И они могут переумать экономику, потому что лос бонус 1400 ВП. Ну ты посмотри, АВП появляется в команде 3 кольта у Джима. 4 кольта будет. 4 даже, да. Нет, подожди, а Фейм? Не-не, там скинули кольт. А, скинули кольт. Как раз таки Джейм купил кольт, скинул. Ну, сложно будет. Ну, ванвин могут уцепиться. Может, поагрессивнее стоит поиграть раму? Они сейчас рам будут занимать, мне кажется. На плюс В, нет? Смотри. Нет, не будут. Не будут на плюс В. Понемногу не спеша. Они, кстати, рамп не ходили. Могут сейчас попробовать в упоре, как чувствует флит. Кидает. Никель. Джейм оставил половичатым. Дабл нейт. Есть информация по флиту. Должен откидывать под себя смог. Не спеши. В комбинацию. У нас стали игроки Virtus Pro. А Бумыч это пропустили. Смотри, как что... А, там его Джейм кроет. Так Джейм не дал информацию, что он вышел. Подожди. Ну, нет, его кикер. Ладно, бывает. Ладно, гений на ВП. Ну, хотел неожиданно сыграть, не окупилось это. Только НТ, можно сказать. Согласен. Дека? Стоит, а на размен? Сыграть? А куда, нет, куда, а куда мы дека? Ой-ой-ой. Я слабил оборону. А вот все, Б да. Пустое, кстати говоря. А там на Б никого нет? Там мидкол. Остаться на Б-плант от ванвин. А сейчас инфу. Нужна информация. Они троем играют, они не могут стоять в ступоре. Сейчас получен у нас информацию флит, который скажет, и перетяжечка будет там. Дека, возможно, умрет. Джей вместе с Феймом должны. Подожди. Да, дека умирает. Точно? Да там в спине уже флит находится. А что если Фейм? Фейм падает от никеля. Сейчас еще на сейф уйдут. Подожди, ну тут смотри. Джим. А никто не открывается? 2-2. А, 2-1, никель. Что? 2-1-1? Разгорелся молик, и 1-1 остаются по итогу никельбэк против флита. Флит врывается на плюс В. Это опять один живой, ты понимаешь? Это опять один живой. Как опять же, форс. Как же не хотят отпускать по экономике, по такому лос-бонусу. Но главное, что флит еще и айвик засейвил. А как же дека, да? Вот вроде потеряли, а дека дал таких важных минус 2 в рукаве. Ну вот не стоило ему оставаться, потому что он по факту отдался сам и вышел в размен. Опять, обрати внимание, 2 фармгана, АВП у Джима, и у Фейма, флита, кольт соответственно. А там опять, ну правильно, до АК 4 Галила. Красавчик, не хотят, они берут и понимают, что они могут раунд за 3 взять. Но правда уже Форестер погибает от Джейма, Джейм, плюс энтри фраг в копилку. Знаешь, такой мы редко видим такую борьбу за экономику именно. Команды обоим, так сказать, зубами вцепились, особенно у ванвины, которые хотят переломать эту игру. Но мы видим 4-0 все равно на топо, ВП молодцы. Форестер погиб, 4 в 5, Трэвис стоит под Б, ну, комбинация под Б, смотри, там 4 игрока под Б, 4 ВП, и один плит только на коне, ой-ой-ой-ой-ой-ой, но они хотят выйти под А, вместе будут распикивать, флит должен давать информацию, и перетяжечка с Б, именно двоих игроков должна осуществиться, смог, отошел, хаешку по таймингу, смог, флит откидывает себе,
смог на удержание. Но там минута времени до конца. Есть время у команды OneWin. Смоки ротация есть. Пошла от Virtus просто. Конечно. Одного на Б и 4А. Конечно, есть. Ой, какая хаешечка прилетает по дека. 59 хп остается. Два рукаса у нас будут на размен проходить. Раскида воплот не хватает, мне кажется, OneWin. По молику, под флешку, но никельбэк фулблайнде справляется с первым оппонентом. Дальше еще один игрок поджимает кикер, добивает никельбэка на лоу хп, выкидывает МПшку, поднимает темку. Еще имеет молик, чтобы сделать немножко выход. А вот и смоки в флангах и заказывали. Бумыч! Убивает фейма, красный остается Бумыч при этом. Кикер тоже красный, убивает Бумыча и убегает за смоки. 3 в 2, реализует преимущество. Вот это Джейм! Вот это... Подожди, сейчас еще без фазума убьет последний дека. 15 сложно. Секунд. Сложно. Вообще нужно на сейф уходить. Три человека принимают. Да не уйдешь, есть Норберт. Норберт видел. Норберт видел. Ой-ой-ой-ой. Ну, ВП молодцы. Слушай, грамотно. Все, отпустили по экономике. Укрепилась команда ВП. Тут эко нужно делать. С пистолетами. Все, да. Проиграли эту борьбу. Подчистую. ВП красавчики. Не, ну хотя... можно еще фор сделать. Не-не-не, ни в коем случае. Вот все, и борьба проиграна. Три игрока засейвили, они укрепились в экономике. Тут уже, знаешь, можно даже где-то паузу поставить. И вот здесь форситься нельзя. Ну, а слушаются тебя, OneWin? Так и нужно. А, понимаешь, они могут сами себе проблемы этими форсами создавать. Тут они правильно все делали, форсы. Только боролись за экономику. Ну, отрезок такой в 5-0, преимущество ВП. Кстати, они не отпустили. Обрати внимание, там очень мало денег. Если бы проиграли ВП этот раунд, ну, могли закупить. А понимаешь, там хороший бай у команды ВП. Ну да. А они что, опять Галилу будут покупать без раскида? Может, гранат не хватает? Может, хороших АК не хватает? А ВП дека дать? Все, хватит. Проигрались, как сказать, 5-0, не получилось НТ. И тут нужно уже экономику свою наращивать. Молик. Неприятный. Ну, будет пытаться медленно играть в OneWin, чтобы и утилити потратили ВП, да, и чтобы какой-то антифраг подцепить на халяву. Если будет это халява, но пока не подставляется Virtus.pro. Так, Форестер будет пытаться распикивать фейма на Б-планту. Тут интересная схема игры у Virtus.pro. Два под Б, третий игрок под Б приходит без информации какой-либо. Опс, есть. Убили фейм. Форестер! Вот Норберт отчитает в этой позиции. Там уже кикер на себя моликом стягивает. Не думаю, что они прочекают. Они могут развернуться и уйти. А они так и делают. Ты видишь? Бомба перемещается. Но будет сложновато. Там дело гранат. В том, что сейчас Джей может погибнуть от Бумыча. Не, ну ты что? Может, Бумыч погибнет от Джейма? Тут диглы. Знаешь, это фактор диглов такой опасный. Ну, вместе дают им занятия. Ну, катывает Джей. Он отпускает, а? Он отпускает? Что? А он девятку идет и по таймингу может кью дать. Но, знаешь, преимущество в игрока у команды OneWin. С диглами. Раз, два, выйти. Джейм отгоняет. Не дать пи... дать тебе такую плюху хорошую. По голове от Трэвиса Джейма. Никельбэк не успеет авик поднять, но Никельбэк. Да ладно, этот раунд еще забыл. Подожди. Вместе не надо спешить. 3 в 2. Бомба стоит, на удержание нужна такая. Эти диглы очень опасные. В этом раунде они только так по головам стреляют. Забрали дека. Грамотные действия от Virtus.pro. Под молик выжгли. Трэвис пытается найти какой-то размен, понимает, что нельзя к бомбе пускать так рано. Бумыч играет вместе с ним. Бумыч также имеется армор и дигл. Смог на бомбу. Красно остается. Кикер начинает минировать. Ой-ой-ой-ой! Да ладно! 1x1! А он прячется! И он возьмет этот раунд. Все, Трэвис, надо убивать. Ау-ау-ау-ау! Вот они даже не закупились без гранат. 4 раза. С диглами. 4 раза в OneWin форсят, с ганами проигрывают, а здесь делают брони... эко и выигрывают. Это жесть. Причем такой, это был не полубай, ребят, это прямо эко. Это прямо, ну да, дикуи теки мы видели. 3 армора всего, 3 армора, 0 утилити. Это жесть. А я хочу посмотреть деньги в ВП. Все плохо, я тебя отвечал, начали раунд, там все плохо. Они себе благодаря этому раунду укрепляют бомбу, поставили экономику, а там просто нет денег, там эко с таким бонусом. Ой-ой-ой-ой-ой. Интересно. 3800 будет у Джейма, фейма у Кирта будет вообще очень мало, 3000. Возможно, будет 3 эко. Зная ВП, могут сделать 2 эко подряд. Прострелит фейм в упоре. Ну да, сладко было бы прострелить такого. Подожди, смотри, мне пистолет не видно. Раньше, может, помнишь пистолет? Там стак на Б. Ну, хорошие молики, хорошие гранаты и минус этот стак. Главное сейчас не ошибиться. Ошибаются. Ну ладно, Дрейвис дабл. Да. На себя байтит, а учитает фейма в упоре. Дашвайт! Да, получили информацию. Вау! Это такая. Я думал, это по такой... По голове, да, флик? Перевел, да. Это было бы сильно. 5-2, ты посмотри. По 3-3, ну все равно. Фармган должен... Так плохой бай. И для фейма тяжело, без утилити. Гранат не идеально, моликов нет, фамас китов появляется. Китов нет ни одних. Китов нет.
Это не идеально. И OneWin должны и на третий, и на четвертый выходить. Если это проигрывает, конечно, шаг вперед ВП сделают. Ну там укрепились по своей экономике, OneWin, обратите внимание, как быстро, да? Вот сколько ВП не могли 5 раундов укрепиться победных, а ВП за 2 раунда заработали себе на бай. Ну да, смотрим, что у нас проходит дефолт, контроль карты. Мы видим игрока Бумыча под Б. Бумыч у нас под Б вообще играет? А, в миде он играет. Мид Б полностью перекрыли. Тут уже опять стяжечка под Б. Дека будут подсаживать. Да, Савиком. Да, и это может быть опасно, потому что за Электро играет у нас Фейми на максимальной дистанции. Подожди, а там завис. Завис. А нет, отвис. Две подсадки сразу организуют. Они тайминги ждут какие-то. Тайминговый буст, понимаешь? Угу, там уже в спину, посмотри. Выход пошел. Почему так плохо? Фейм, флэш накидывается. Больно Трэвису, 50 хп у него остается. Молик летит на гвардию, на подсадке не видели голову Норберта, но Норберт прогорает в Молике на минус 50 хп. За Электро никого нет, в КТ уходят игроки. КТ стороны. Ну вот тебе Трэвис. 4 в 4. Падает у нас Трэвис. А Бумыч, там агент Бумыч. Агент Бумыч? Агент Бумыч в смоках. Сейчас посмотрим. Очень важно этим будет решаться. Раз. Аут! И Дека прикрывает убив Джейма. Последние два игрока кикет плит. Это сейф? Это сейф. Это сейф. Щипчиков нет. А смысл сейвить тоже не особо. Будет так от двух девайсов. Ну, попытаются как-то кольты реализовать. Ну вот и OneWin на вертиг зашли. Начинается у нас уже выход на паритет потихоньку. Какой же не с диглами важный раунд забрали. Согласен. Окей. Классный мув Бумыч сделал, да? Посмотрим, что пауза может. Ты думаешь, вот пауза в тайминг будет сейчас. ЗВП. Экономика разнится. Как ганны реализовать? Подбирает гемку у нас Кикерт. АВП взял флип. Ну, он же ему скинет, наверное. Ну, понятно. Пауза. Вот здесь... того, что он засейвил авик, это важный момент. Не знаю, здесь как раз по тайминг паузу не отпускать далеко в OneWin. И что у нас тут? Посмотри на экономику. Да, 5900 никеля у Трэвиса, 6500. Дека 5600, 6200 у Бумыча. Еще этот могут попытаться раунд забрать. Они даже обязаны этот раунд забирать. Ну, паузу никакую не брали, ВП. Ну, флит купил, ФАМАС. А, что? А что с экономикой? Без коммуникации? Это 2 КБ и купил ФАМАС. Он сейвил авик, отдал Джейму авик. Джейм купил себе армор, флит взял себе ФАМАС. Интересная ситуация. Как-то они так забаялись непонятно. И смотри, вперед, опять. Флит. Опять кошмарит этот Б-лестницу. Ни разу ВП даже вперед не проходили. Это ванвей. Типовый. А там буст? У Кикерта в миде, Б полностью тоже чистый. Тоже интересный такой подсад. И под смоком на всякий случай, чтобы с ближнего угла выходили и не видели. Так, ну смотрим. А все, уже на Б выходили, да. Уже вышли на Б. Как же они кошмарят это Б, аналитика? Или чуйка? Это и то, и другое. Ну падает Норберт. Нет, какая аналитика? Какая аналитика против ВП, братан? У них за 3 месяца нет ни одного вертига. Это чуйка самая настоящая, у Никельбека и Бумыча. Ну и Трэвис хорошо отыгрывает на Б. Которые очень грамотно... Так, ну посмотри, куда они пойдут, что ли? Да это сейф. Да, ну там Фейм, сейф. Фейм попытается девайс подцепить, и Фейм цепляет девайс, убив Никельбека. Ну, не буду отдавать. На, туда просто, Трэвис, красава. Ну, 4 в 4. Фейм такой, блин, а где коллаж? Сейчас, сейчас смотри, сколько им денег накинет справа. Уф. Все-таки не забываем, дорогие друзья, что это пик команды OneWin. На этой карте у них винстрик 6 побед. И 6 побед против не слабых коллективов. Так что, ой, Фейм взорвался. Да, засейвили. О, не за... Что? Если бы сейчас Джейми успел присесть, это была бы жесть. А Бумыч красавчик, он убивает. Да, да, у них будет бай, у них будет бай. Да, конечно, будет бай. А как? А ты такого ожидал? 5-0, полное доминирование от ВП. Борьба за экономику проигрывает, и потом все в другую сторону меняется. И обрати внимание, лидер по первым убийствам Никельбек. Капитан на этой карте. Не капитан, он генерал. На этой карте он генерал. Генерал Никельбукус. Да, точно. Вот он, генерал. Ну, смотрим. Опять у нас, смотри, а авик по респу. Нет, не пикнул, не показал, где он находится. Он не стрельнул вроде. Нет, не стрельнул. Так, ну что мы здесь видим? Есть два игрока в миде, два под Б, и вместе уже Никельбек в упоре рукав. Джейм, дуэлька. Нет, Джейм такой читает. Наперед падает у нас никель. Интересно, а почему в этом поэте тени видно? Что, тени? Да, тени не видно. Там солнце прям так падает, как будто должна была... Солнце на юг. Тень видна. Вот, вот, а у второго Форестер может загнать. А не байт ли это? Ты посмотри. О, что ж ты тут хватаешь, друг? Калаш хотел украсть. А Форстер грамотно сыграл, да? Хотел калаш сыграть, не получилось. Падает у нас Джейм.
Хотя ВП там есть, ну, минута до конца. Ванвин выбирает направление под основная четверка, уже пода играет. Да, и потихонечку будет давать утилити, заходить в бленд, там лишь два опорника. Драться должны, драться, это понимает прекрасно, это флит, распикивает, и АФНК вместе забирает его на размене Кикерт, который подобрал ОП. Да, были информации о том, что Кикерт с авиком находится на хедшоте. Бумучи есть full utility, можно раскинуть еще один смок, поставить бомбу. Трэвис, куда ты с бомбой пошел? Ну смотри, пик. Нет, там не торчит ничего. Он стоит пока в режим ожидания. 25 секунд до конца, 3 в 3. Смоук обновляется. Да, второй волной будут заходить на поинт. Главное, чтобы не подставиться никому. Но бомбу еще надо установить. И уже... Подожди, они полностью Б уже должны. Фейм отпускать Б. Молик на поинт. Молик, 10 секунд. Ставить. Ставь. А патроны, только не перезаряжайся. А, ну это опасно было. Очень опасно. Кто-то ворвал бы, да? И не дали бы поставить просто-напросто. Подожди, не ошибется у нас тут Трэвис с рюкзаком. Видит рюкзак. Что? Это был мать рюкзак! Ладно, Трэвис! Даблкил, и последний остается Кикер на 1x3. Трэвис! Он забирает. Трэвис делает трипл на этом ретейке. Казалось бы, уже Трэвис должен был рюкзак забайтил. Рюкзак забайтил, но... Вон, ты минус 3. Красиво, как красиво. На ДМ зашел. И снова 2 кабай для Virtus.pro. Хоть и не сейвился ни один девайс, Джейм берет себе АВП на 2 кабая. У него еще остаются на следующий бай деньги. Вот здесь, в этот момент. Красота. Молодцы, Ванвин. Под флешечку тиммейт ворвался. И, видимо, бумыч докорил. А что это у нас тут? Что это у нас тут? Паритет? 5-5? А что? Кикерт флит? Ну... Они так уверены в том, что не засейвят? А обратите внимание, зрители, на экономику. Нет. Что происходит там? Стой, я бы даже какую-то паузу сейчас поставил бы, потому что это не мисклик. Это план. План? Да. Наверное, они стакают девайсами один из плантов. Три? Да странно. Нет, не стакают. Очень странно. Но они будут сейвить эти девайсы. План в том, чтобы они их засейвили. Ну интересно, может, давай, может, что-то вот. Мета новая какая-то? Они стакают сна. Стакают. Ну, кстати, ВП могут новую фишку придумать спокойно, это же ВП. Типа забаялись. Так, если они проиграют, какая там фишка, там опять эко будет? Экономик разнится. Ну попытаются что-то сделать, и посмотри, может быть удачно. 5 пода у нас играют игроков. Нет, там на Б мидкол. Переместились, но они отпикали, информация есть. Так, а тут тоже на руле разворот. Знаешь, интересная такая мысль. Но там, а второй волной... А что происходит? Я не знаю, они на Б раскинули и просто перетягивают. Майнд геймс самый настоящий. Бумыч просто слышал ротацию, понимаешь? Бумыч услышал, что ты дал информацию. А пустое сейчас будет. Красивая игра от Ванвин. Один джейм там находится в рукаве, но при хорошем размене его должны... Он должен погибать, падать. 35 секунд. Ну, четверка, два смока, молик, джейма, джейм говорит информацию уже в тимспике. Вот это, Форестер упал. Опять пошагово заходит, Бумыч находит медиакикер-то. Бумыч любая кошмарит. Конечно, смотри, он в спину просто заходит, там кто-то, Бумыч! Перестреливает Норберта, а что такое? И там он на себя, команда под Б. Он на себя все стянул. Нет, сюда и команда бежит. Это команда, да, но если Бумыч погибнет, а он погибает. Это проблемки, 10 секунд остается на плюс В, 9, 8, 7, да. Что они перемудрили сами себе? Да ладно, прикрытие есть, никельбэк. Нет! Что ж ты, Дека, уснул? Что? Как это они перемудрили? Дека надо было распикивать. Бумыч заколил 100%. Бумыч заколил, но не смог дожить. Ну, надо было оставаться. Вообще, можно было умнее сыграть. Типа, вы уходите и вернуться на... Какой такой сумбурный раунд получился. Но они планировали, они не планировали на Б возвращаться. Но Бумыч остались... скрыл Б и дал кол. 100%. Ну ладно, ладно. Выиграли ВП, молодцы. ВП тоже, заметь, как раунд отбегали, да? Конечно. Там ротации были у них, а весь вот раунд. Бай обернулся плюсом для команды ВП. Но деньги есть у команды Ванвин. Еще и много, и на следующий бай. В случае проигрыша, тут смотри, флит не подставляется. Дека распикивает с авиком. Ну и посмотри, уже два агрессивно под Б. Фейм вместе с Норбертом заняли всю лестницу, не дали. И тут первый контакт будет после смока. Норберт. Там 5 игроков, посмотри. Молик падает. 2 игрока. Флэш. Падает на размене. А никто, загонять его будут. Бумыч колет. Нужно загонять срочно. И падает у нас Фейм. Б полностью свободная. Там же игроки врываются. Кикер вместе с флитом. Молик летят. Стоит... Преимущество это... На себя, как сказать, не спешить, аккуратненько, потому что вся Сучи... Ну, вроде не спешат, не спешат. Прицел выводит, Кирт вышел на прицел Трэвису, но Трэвис не убил его. Бумыч. Бумыч подгорел. Как же они все пошагово красиво делают. Но флит за электриком, по нему есть информация. Хае есть докинуть? Эй, смог, блядь.
Вот это флешка залетела Джима. ДК попадает по кикерту, размен от Флита. Флит уже даблкил сделан на этом ретейке. Трэвис пытается играть за белым. Смок на бомбу. Флит дернул бомбу. Джейм дергает бомбу. Дефает. Джейм дефает. Отпускает бомбу. Дека врывается. Нет, он не верит. Он понимает, что просто Джейм отпустил бомбу. 1x2 бы никто не стал дефать в смоках. Хотя... Подожди. А вот прикинь, если бы он просто задефал. А он сейчас второй волной. Трэвис. Врыв. Даблпик. Ай. Джейм не справляется. Дека перестреливает Джейма. А представь, если бы он просто сел на мужчину дефать. А он разминировал, успел бы. Он бы успел. Да, успел. И никто его не отпикал. Ну, побоялись они. Точнее, он до конца минировать. 6-6. Как же за каждый раунд борьба происходит. Вот тебе такой КС нравится? Да. Очень круто. Красивый КС. Никто не спешит, кто-то команду разворачивает. Да, не получалось там в прошлом раунде в бумче развернуть команду по времени, по таймингу. Но все равно интересно за этим наблюдать. Тем более, что все равно ощущение, что команда... Команды еще развиваются. Это не пиковые формы, это не пиковые стратегии. Ну да. Но то, что One Win, видно, набирают понемногу с каждой игрой, с каждой официалкой, посимпатичнее смотрится, то да, все-таки замена капитана нельзя прошла. Да, так и ВП, вот вроде как странные действия делают, но я чувствую, это новая мета. Это что-то очень умное. Новая мета? С их закупом. Это надо будет анализировать после матча, я тебе говорю. Обрати снова внимание на их экраун. Эко-раунд, где у Норберта АМ, которую Фейм купил, и Флит купил себе АМ-ку. Ну, я думаю, Джейм нам в ближайшем видеоролике расскажет. Это реально что-то делать. Интересное. Ну, знаешь, просто тут стяжки смотрится... маленькие на Вертига. Я не понимаю, что нужно распикивать, можно три гана на точку брать, попытаться. Они могут ганы подобрать. Почему бы и нет? Интересно, кстати. Просто нужно видеть всю картину половины, а не только один раунд. Знаешь, ну такая мета не каждый подойдет команде. Ну, это понятно. Понимающая команде, тир один команде подойдет. Ну это что-то новенькое в КС, я так давно что-то новое не видел. Уже два мажора не было никаких новых стратегий. А тут вот такое вот интересное эко-решение. Ну и смотри, рукав уже занят. Вода понемногу по рамке. Ну им нужна информация, и вот, вот эта информация благодаря этим ганам. Они могут спокойно делать размены, навязывать игру. Угу. Заметь, 5-0 был счет. Уже 6-6. Но команда, которая пикает своим пиком эту карту, должна что делать? Выигрывать половину. Половину как минимум на 8. Посмотрим, пока ВП так интересно смотрится, что а может вот быть тебе... не получится. Но Форестер есть энтри по Норберту. Одну из двух эмок он выбил, вторую эмку не удалось выбить, но тем не менее тиммейт должны доменять. Вот та-та-та! Джим на размене. Трейвис красный. 3 в 2. Врыв бомба будет. Ставится. Кикер-то никто не... А, прикрывает его дека. Ну и Джим последний. Сейф, сейф? Да. Арборчик на сейф унести, почему нет, почему? Тем более, что там у Фейма и Флита мало денег. Ну вот, GMT. Теперь мы видим последствия неудачные, да, того, что ребята баяли два гана. А паузу никто не хочет поставить? Мне кажется, ВП должна пауза залететь. У них заготовка какая-то вот экономическая. Я думаю, решение на этот недодевайсный будет какое-то тоже интересное решение. Попытается он. ФАМАС, может быть, для Флита какой-то или... Да не знаю даже. Интересно, очень интересно. А там есть ган в яме? Нет. Так спокойно стоит. Ну просто ждет, что вдруг кто-то побежит. А может откинет? Нет, никто не побежал. Ну, вперед вырывается One Win. 5-0 проигрывали, хочу заметить. 5-0. Ну смотри, у Фэма есть на М-ку без утилити, у Флита есть на ФАМАС. Ну, да. Как будто бы не так плохо. Интересно, One Win играют. Все-таки не забываем, как возвращаемся, что колет на этой карте у нас никельбэк. Слушай, на всех остальных. На самом деле, я смотрел на вебку, в первых раундах девайсных. Бумыч очень много говорил, как будто бы колил. Ну, мидкол может дает какой-то, помогает все-таки у нас. На поэтому на интервью узнаем, не поменялось ли у них ничего. По-прежнему ли колит никельбэк на вертига, или уже Бумыч решил помогать? Ну, прошлый вертига колил никельбэк. Да. Может, за три дня что-то поменялось. Так, ну что мы здесь видим? Ну, опять под Б прессингуют, опять лестницу заняли. Хаешки стартовые накинули, кошмарят пару Фейм и Норберт. На Б очень сложно справиться. Может, стоит им два авика попытаться купить? Да, два авика. Да, за стратегией там на один еле хватило. Конечно. А ты смотри, если One Win 8 забирают, ты видишь по деньгам? А, ну они же сейвить уходят. А все время сейвить, они сейвить уходят. Да. Ну опять Трэвис. Трэвис. Норберт. Да, видел ручку? Ну он красивый. Вот этого One Win Spock откидывает и понемногу кошмарит, напрягает и держит двоих игроков напряжение под Б. Джейм распикает флешку и слепит, но отгоняют его. Норберт, Флит второго. Падает команда One Win. И тут начинает такой информации играть. Что? Он двоих убил. Как? Трэвис, ты просто псих, это как? Как он второго? В повтор готовьте. Это замедленный, причем замедленный повтор. Что ты там?
Как? Как я даже не понял, он как он второго убил? Левого он бил первого или смотри? Правда? Он уже убил его! А он уже убил его. Что? А я думал, что происходит? Он просто минус 3. Можно еще раз повтор? Вы понимаешь, он последняя пуля задел выходящего Норберта, который налево, и перевел. И он сам не поверил в килл. Он сам, да, он обратно перевелся и видит, что он двоих убил. Это жесть какая-то, Трэвис. Да ладно. А деньги, обрати внимание. Гранат нету, 3 кольта, Фома, 2 Фомаса. Да. Минимум гранат. Должны все-таки он на 9 переходить, потому что, ну, знаешь, опять спасибо почищенец. Опять Трэвис. Кошмари Джима просто находит минус по кикерту. 3-5. Не надо спешить. Аккуратненько реализовать должны свое преимущество. Индивидуальная форма сегодня у Ванвин на выше. Ну вот, как мы и говорили, кот в мешке. Вроде ВП, в дек ВП, игроки у них хорошие, чемпионы мажора. Ну, не нынешнего, прошлого, который прошел. Но вот видишь, нужно привыкать. Побольше официалок им нужно. Да, да. Согласен. Ты посмотри, рукав на помощь пойдет. У нас Норберт распикивает с Фомазом. Влит красный. Раз. И Норберт тоже должен падать. Норберт. Но не упал. Но, а, размен. Размен. И видите, ой, погибает без шансов. Это 9-6. Тотальная доминация от команды Ванвин. Хотя ты счет напомнишь. ВП, который... 5-0. 5-0 был. 5-0. Вот, и вот, после вот. Тигов опять. Как же легко в ВП шокировать. Да, хайлайты за эту серию. То Форестер на Уорпасе шокировал, после этого счет поменялся. Хотя ВП тоже вели. То сейчас на Тигуах их шокировали вся команда Ванвин. Пока Ванвин выглядят в лютейшей форме. У меня есть небольшое ощущение, что они спокойно выйдут в гранд-финал. Ну и посмотри на табуляцию у нас. Коэффициенты понятны на эту карту. 3.60. Никто не верит в ВП. 1.26. И табуляция бумч, ну, знаешь, на Ванвин они выиграли сторону. Бессмысленно. Норберта не хватает. 4-13. Где-то ну, так. Вертига не самая простая карта. Ребята, я хочу вам напомнить, что вы можете смотреть наши трансляции прямиком из клуба в Бэтбум. Карта с их расположением находится прямиком под трансляцией. Точнее, баннер на эту карту. А, вот. А в клубах Бэтбум не столько можно комфортно смотреть трансляции, но и получить фрибет косарь по промокоду КИБЕРББ. Косарик такой родной. Смотри, 100% пистолет. Ты понимаешь, они одну пистолетку на нашем чемпионате забрали, и у них теперь 100%. Но тут статистика не точно. Помню, за 3 месяца 0 винрейт на Уорпасе. Ну, а вертига. 0 сыгранных карт. 0 сыгранных карт еще, да, у них. Так что... Так. Ну, я думаю, ванвины все-таки должны закончить. Хотя хотелось бы увидеть 3 карты. А может, еще увидим, думаю, подожди. Даже Cloud9 было бы не так просто с Ванвин натягаться на этой вертиго. Cloud9... Потому что пока Ванвин мне очень нравится. Спадает. Фейм. Дека уже находит. Не читает вообще, все равно. Форестер, по нему инфа. Будут его давить. Перекрестный огонь. Игроки стягиваются, помогают. Флэш прилетает на распик. Норберт падает. 2 в 5. Без шансов. Дека уничтожает. В 0. В 0. Кикер последний. И... И все-таки сделал кикерт фраг. А сложно будет. 1-4. Его просто контролит 2 игрока. Падает безвкусная пистолетка. И полностью уничтожает команду Ванвин. Кстати, да, вот ВП это проблемы с атакой. Я так вспомнил в целом команду Virtus.pro. У да. них максимально медленно и скриптованная атака. Уже мало, очень мало осталось середин команд, играющих в таком стиле. Интересно, хороший компа по флешку. Форестер красавчик опять дал минус 2. Ну и обрати внимание на коэффициенты. 5.30 на ВП, 1.13 на Ванвин, никто не верит. А также, друзья, не забывайте, бонус по регистрации — это только начало ярких и победных отношений с Бэтбум. Регистрируйся, забирай, побеждай. Промокод Freedom. Баннер в описании трансляции. Кликайте, ждем вас. Все верно. Так, ну и что, у нас форсетский от Virtus.pro. Я бы уже сказал, такая своеобразная ставочка all-in, потому что счет 10-6, отдают 12-6. Там 12-ты, а все будут припоминать эти 5-0. Все конечно, 5-0, конечно. После этого просто разворот пошел в другую сторону. Но там потно было очень. Вспоминай, какие 5-0 зарабатывались. Каждый раунд клатч. Очень по одному оставались. 2-2 ситуация, конечно. Какие-то гениальные ротации от Ванвин. Все было очень близко, но ладно, видим, что видим. Форсетский от ВП врываются не на рампу, пытаются пробить. Форестер распикивает под смачок, но никого не убивает. А вот никельбэк падает без фрага. Слушай, и энтри за копилки Virtus.pro. Так, ну что у нас тут? Смотрим. Попытаются. Все-таки хотят огрызнуться. Просто так не хотят отдавать газы. Каждый раунд борется у нас команда ВП. Прострелы летят сквозь мэки. А, смотри. Кикер в упоре не наживают. Бомба ставится. Что, если они этот раунд заберут? Придется нам извиняться.
Ну да, да. И смотри, утилити 0. У Ван Вин утилити 0, зато есть 4 энки и ни одних китов. Надо действовать быстро. Врыв пошел, забрали одного, забрали второго. Форестер, даблкил, и вся тройка игроков ВП осталась на рампе. Бумыч убил Фрита, Джейм разменивает, но там сидит девайсов. Джейм падает, последний Норберт на лоу ХП. Норберт! Бомба дефается. Он убивает первого, убивает второго. Норберт! Да дек, ладно! Дека. Он не верит? Или верит? 3, 2, 1. Что? Он же уже отпускал. Где щипцы? Так там своего убил дека. Да? Он своего убил. Я даже не заметил. Посмотри на повторе, они стреляли, он просто своего задел. О, ну Норберт хорош, красавчик. Это затащил. Хорош. Сейчас бы повтор, конечно, посмотреть было бы интересно. Конечно, по хорошему трейсу нужно было пускать. Смотри, смотри, смотри. Дека убивает Джима, он один остается красный, 12 ага. КП. Дека, минус по Форест. Норберт разменивает дека и нет щипцов. Ну, по-хорошему, я говорю, надо было трейсу отпускать, потому что он бы успел убить и вернуться за деф. 12 хп, 1 в 3 забирает раунд. Угу. Чатик, а у меня для вас очень хорошие новости. Я видел, все ждали, все спрашивали, когда это будет, и я вам заявляю. Сейчас промокод появится в чате, дарующий вам 150 рублей фрибет на BetBoom. Только 30 самых быстрых людей получат этот фрибет, поэтому спешите, копируйте промокод из чата и вставляйте в мобильном приложении BetBoom и лутайте халяву. Не забывайте, у нас каждое БО3 такие промокоды. Да. В любое да. время этот промокод может залететь. Так что будьте с нами на трансляции. Так, а у нас тем временем форсетские от One Win и выход на Бэплэнер Плюс Про. Ой-ой-ой-ой-ой. Бумыч. А, спалит, подожди. Нет, флит минс по Никелю делает. Это на фраг произошел, да, поэтому сразу же ручник дергает. Ну, они это дадут. Бегут на А. Аганы можно подобрать, Форестер уже с кольтом, дека. Shift. Это как Галил там есть. Я помню, там был Галил. Смотрим. А что пишут? Истек не работает. Дар, все работает. Значит, не успели. 30 человек раньше. 30 человек первые сразу, пока мы только говорили. Самый быстрый на Диком Западе. Этот промокод активирован. Тем более, думаю, у нас онлайн большой на этом матче, поэтому да. Конечно. Там уже люди специально сидят. Которые просто копируют, только мы говорим и промик. Ну, кстати, это хороший сейв будет. 2 ганов для One Win. Почему нет? Форд же делали. Дальше эко. Посмотрим. Ну, ВП молодцы. Снова хороший старт половины для них. Все-таки такой глоток воздуха свежего. Норберт 12 хп. Дека убивает своего. Размен по дека. И нет диффузов. Этот раунд, конечно, курьезно получился. Но, с другой стороны, мы тем более увидим накал страстей. Согласен. Так, тут еще и ВП могут появиться. Все-таки сильная сторона. А не за сильную сторону. Если будут грамотно атаковать. Я так. Говорю, что они будут как флипсайд атаковать. Это ладно. Манвин не сработает. В чате напишите, кто промик активирует. Давайте плюсуните, кто промик поймал. Плюсуните, не постесняйтесь. Обязательно плюсуйте. Сейчас посмотрим. А тем временем Манвин делают эко. Им бы тоже не помешал промик, чтобы забавиться. Но таких промиков в CSGO не существует. Да это все... Тролли половину из них сидят. Там подожди, уже 100 плюсов было, да? Снова 30 активаций. Вся студия активировала промики, парни. Вот, есть плюсик, есть. Активация Сань, промика. Смотри, второй, третий. Сань, не пались. Четвертый, пиши плюс, пятый, Саня. Шестой. Да есть, да вот, седьмой, восьмой, парни. Значит, нужно поработать над вашей реакцией. Вы уже 31. Бро, надо тренироваться. Конечно. Так, ладно, у нас тем временем, как и говорил, эко-раунд от двух зацеленных девайсов для One Win. По-хорошему, 9-й для ВП, но One Win уже брали один эко за эту встречу на Vertigo, поэтому могут взять еще один. Автоша. Так, ну смотрим, что у нас. Могут, смотри, какой буст у них находится. А, флит таких читает на завтрак. Корм для него. Джейм находит минус по Бумычу. 5-3. И тут уже на 9, а там смотришь, и уже шансов не будет. Но следующий бай будет очень, знаешь, показательный. Важный. Но на самом деле еще будет много баев на этой карте, а быстро не закончится. Ну, подожди, дека сопротивляется. Тревису можно попробовать забрать этот ган, но Тревис в хелпе стоит. Да, Тревис со своего угла будет разыгрывать. А знаешь, если дек на тебя много внимания стянет, может Трэвис задефает бомбу? Все-таки это One Win? Это не Бумыч. Так и что? Бумыч заколет. Бумыч заколет. Можно. Хотя щипчиков нет. А все может, подожди. Но там остается у нас один Джейм. Я говорю, сейчас побегут ВП выбивать девайс из флита. Но нет. А, нет, они близко находятся. Да. Ну, 9-й раунд для команды ВП. Да. 9-й в копилочку ВП.
Слушай, ну опять 4 подряд на старте половины. Почему ты меня в чате забанил на своем канале? Я тебя разбаню. 2 подряд, уже 3. 3 подряд для ВП. Ну, как ты думаешь, шансы есть на камбэк? Я да, конечно. Очень большие. Уже, за атаку. Уже паритет практически. Конечно. Все-таки нужно помнить вот этот квач до сих пор. Если б не он, все могу по-другому уже пойти. Ну, я думаю, сейчас Ванин будет включаться потихоньку. И показывать нам, что не просто так пикало из вертига. Ну, смотри, у вас бонус так. У Virtus.pro 1400, OneWin 2900. У OneWin все-таки, если проигрывают этот бай, придется полную эко делать. И там ВП могут на шаг впереди уже быть, на 11-10 выходить. Знаешь, я уж так думаю. Настолько неудобные оппоненты для OneWin, Аврора и Форс. Согласен. По картам. Так, ну давай смотреть. Что Аврора, что Форс не играют в Vertigo, поэтому OneWin, если пройдут в гранд-финал, то непонятно, как им играть против Форс или... Аврора. Ну вот у дека не хватает авика, мне кажется. Все-таки авик на этой карте за КТ, тем более, может много что решить. Согласен. Но смотри, мидкол. Б показали, что они заняли. А, да? Напрягают под Б. Есть план. Есть план дека, где АВП получить. Надо просто убить Джейма. Гениальный план. И отнять авик. Как швейцарские часы. Ну, сейчас что? Посмотрим, что получится. Ну почему бы и нет, согласен. И смотри, у нас основная, что у нас бомба перетягивается под Б. Джейм с авиком. Норпорт уже на выходе. И падает. Ну на размене фейм. Трэвис, будет выход. Основная четверка, бомба. Подожди, а куда они? Что они, что они делают? Не до ТБ. Да нет, ну... Что это за затяжная атака? Второй волной пойдут? Тоже, в принципе, нормально. Но там за это время, ты видишь, уже 3 игрока команды OneWin стоят. Вот интересно, стена смоков. Правда, вау, фейм действует под нее прекрасно. Бумыч. Ульта от Бумыча. Ждем. Ульта. Бумыч, надо, надо, надо кого-то убивать, а лучше двоих. А все, а флешку можно ему накинуть? Нет флешки. Дай, дай, дай флеш, выйти. Нет флешки, только одна хаешка. Как же пошагово у нас играет команда ВП. Дайте, дайте рано. Флешку. Рано, рано, а, парни, стоп, рано. Бумыч, Никит, ты видел, что Бумыч сделал? Да, он просто прыгнул в смок, убил двоих, перевелся по флиту, который ставил бомбу, и Джейм последний не понимает, как так случилось. 3-4, весь флэт под контролем. Решили пойти попикаться, за что их Бумыч наказал. А как такое случилось? Это 100% раунд для ВП. Съел их бумбла. Там в упоре не перестрелял, он с фамаза перестрелял АК. Жесть просто. Так он еще и он помимо еще этого. Перевел. Да, да, да. Красивый момент. Снова хайлайт. А он вот, реально заутовал. Оп, и оп! Ты посмотри. С первой пули. Переводочка. Жесть. Сквозь смок. Я уже думал, это 100% раунд для ВП. Но тут бум еще. Выглядело так, согласен. И лидер по первому убийству у нас Трэвис. 5 киллов, 87 АДР и 1.90 КД. Ты понимаешь, насколько это? На втором месте флиты никельбэк по 4 энтрифрагам. Красавчик, капитаныч. Капитаныч тут. 11.9. Правда, сколько они потеряли? До сих пор, обрати внимание, опять экономика плохая. Ужасно, я бы сказал даже. 300-800. Вот такого нет за дело. Все-таки тот раунд пошатнул их. Забрал, ну подожди. Никель. Никель падает, кикерт. Просто двоих Солянова принимает. Первого в фулблайнде каким-то образом. Стоял и сделал минус 2. Что? Ну, это генерал. Это генерал. Генерал Никельбукус. К вашим услугам. Ну, все красавчик. Верно. И на 12-й. Желательно, знаешь, идеальный раунд. Никого не потерять. Вот. Никого не потерять? Да, по-хорошему, чтобы экономику укрепить, так и стоит сделать. Но знаешь, ты говорил, что денег мало, но бай-то идеальный у них. Бай, да. В этом раунде они закупились максимально комфортно. У всех были full utility, 4 набора китов. Только АВП для дека нет, но я думаю, ему пока нормально и с калашиком побегать. Ну, смотрим, что у нас проходит. Тройка стоит, эту... На сейф, может, еще отправили, скажем? Нет, пода, выжигают. Там уже у нас тройка игроков команды OneWin. Стоит задуматься о Джейм Тайме, потому что денег нет. Приемочку будет дека вместе с Форестом играть. Два опасных игрока стоят. Норберт. Сильный-сильный угол. А флешки не будет? Нет. Будут распикивать. Норберт должен упасть, и за ним фейм. По-хорошему. Ну, если чудо не произойдет. Флешка была, но флешка была нерабочая. Флешка сработала даже больше на фейма, чем на его оппонентов. Даже не получается. АВП для дека. АВП для дека, парни, АВП для дека. Подберет. Да, да, взял. Обрати внимание, 5 игроков выжило. Без потерь. Без потерь. И это был девайсный раунд. Но вот видишь, в OneWin они плохо начинают сегодня половины, но потом включаются и показывают уже какую-то лютую игру. Интересно. 12-9, денег нет. Подожди, что они делают? От одного АК будут играть?
Опять? Что? Они зафорсили? Они зафорсили. Они форсят под ноль. Они... Так, а потом эко и 13-й, 14-й, серьезно? А там даже в случае победы не все так плохо для OneWin, в случае победы оппонентов, потому что есть экономика, добавил OneWin, они выжили пятером. Ну смотри, в какую приемку играет, кикер тоже получает урон стартовый, правда, понемногу отжимают рампы. И хеешек, даже просто хеешечку. Ну, интересно. Фошка! О, падает! Единственный АК на команду подобрал. Схватил Джейм, сразу же схватил этот калаш, но... Это было очень близко. Интересно. Ну, пока без зуба играет, а где-то ВП, где-то пытается ползать, где-то убивать, но индивидуальная форма все равно на стороне OneWin. Вот да. Заметь, индивидуалку, это если взять всякие стратегии, убрать, перестреливают игроки OneWin ВП. Да. Даже да, и по стратегиям мне нравится позиционка, взаимодействие, ребят, это... Совсем другой уровень, что был буквально еще месяц назад. Просто огромные молодцы. А так еще впереди можно развиваться. Я смотрю и наслаждаюсь их игрой. Удобный соперник? Нет. Слабенький соперник? Совсем неудобный соперник. Хотя нет, из-за полы карт удобный соперник, но не более того. Аброры будет сложнее. Опа. Знаешь, что пишут в чате? Нашил. Бунч съел медведя. Трэвис! Трэвис съел медведя только что. Ой. Опять. 4 человека выжило, по 6 тысяч у команды. Конечная. Конечная? Я тоже мало верю. Ты посмотри, нет денег. На 14-е. Бумыч уже смеется, да, радуется. Довольный. Думает, как на интервью у нас будет сидеть и рассказывать, байки травить. 9-13. И уже 9-14, надеюсь. Ну, с гуаками... ВП опять форсил. Да ладно, что? Ну, любая команда может. Все-таки такой счет, ну, 13-9, 14-9. Да, купили они. Все равно можно камбэк. Дилан, ты тоже прав. Тир-1 команда всегда должна верить в камбэк по любому счету. Все-таки психология играет, рулит тут. Хаешка залетает уже. Джей. 50 половинчатый. Выход. Дека. Да, дека как матчмейкинг просто разминается. Все максимально просто для дека на миду. Дабл килл. Оформляется в копилочку, и дальше кикер Джейм и Флит. Ну, смотри, она занимает, она пока никого нету, в отдачу играют у нас игроки. Никель прекрасно понимает, и вся команда OneWin это тоже понимает. Но есть Хаена Плент. Тут Хаена Плент, там еще и Молик, нет. Рыв такая бесконтактная борьба от OneWin. Максимально аккуратно решили играть. Хотя дек говорит, ребят, а чем мы ползаем-то? Пойдем их просто побиваем. Ну и смотри, Флит, контактик будет. Джейм бай... Ой, это флешка полетела. На префаре должен был. Декань в очень хорошей позиции. А еще и с кольтом. Ну, он не знает. Сейчас первый кто-то будет палиться. Остается у нас минута времени еще, так отца. Минута, целая минута. Стоят в оборонительной такой позиции, на разменчик будут играть. Команда ВП. И смотри, он специально показал, чтобы забайтить игроков на рукав, на разбит. Там смог рукав. Ну, никто Флит. Понемногу. Флит. И, кстати, тайминг мог поймать, но не ловит его. Дека все-таки рукав закрыл. Говорят какую-то информацию в тимспике. Возвращаются у нас Джейм. Даже в этом моменте, в ситуации 3-5, они хотят выжать максимум. От, оп, и выжимает максимум. Может еще бомбу поставить. А что, если мы уже видели квача? Бомбу уже не поставишь. Там и молики на планет летят, и хаешки лежат две под ногами. А, убегают. ВП, куда убегают? Сейвить? А что? Не, какой сейвить? Умрите, ребят! 250. Да ладно, это давай! Это 250, сы! Это Т-сторона, пацаны. Посмотри, но бомба ставится. Даблнейт? Подожди, а что они так бомбу дали поставить? Дали поставить. Ладно, ладно, ладно. Красиво хотели сыграть. Красиво сыграли. Но это плюс немного хороший по экономике. Но счет позволяет. Я не думаю, что Флит такой берет. А нет. 14-й. Да, 14-й. Все это для команды. Там без китов дефается. Я уже видел. Бомбыч один играть без китов. Я уже видел. Ну все, все. Задефал. Флит сейвит. Что, непонятно, что. Должны забрать. Да какой смысл? Неважно. Ну да. Но благодаря этой бомбе даже в таком максимум 3-5 они выжили и все-таки поставили эту бомбу. Зато гранат сейчас у много ВП будет. Да, будет максимально комфортный бай для Virtus.pro. Ну что у нас еще? Я не знаю, чем у нас хотят удивить ВП. Будет ли ТБ? Или две карты по 16-9? Посмотрим. Сценарий получается. Знаешь, каждая команда, тем более хорошая Тир-1, Тир-2 команда, верит, что она может быть камбэк. Все-таки два раунда бай и уже паритет по раундам, там же два. Да, Тир-1 команда верит, но мы с тобой не Тир-1 команда, мы с тобой аналитики, и мы понимаем, что камбэка здесь не будет. Скоро ватяки простые. Камбэк есть. Не видим камбэка, не видим препятствий. Да-да-да. А чё, простой? Не вижу камбэка, не вижу препятствий. Сделать этот камбэк, это сейчас такой. Победить OneWin.
Так, Никельбек опасно играет. В этот раз его могут прочитать. Он уже так отыгрывал у нас. Еще не забывайте, дорогие друзья, пишут, будут матчи. Да, будет у нас еще второй матч. Тоже интересно. Четвертьфинала. Форс против Астралис Теланс. Кто из них выиграет, попадет на команду... Аврора. У нас время, подожди, выход на аплен пошел уже. 7-3 килл от пита по Никельбеку. Блин, дальше на какой-то, на каком-то кураже уже действует. Ему бы помощь от команды небольшую. Может попытаться. Но, знаешь, Никельбек упал. ВП должна реализовать такое преимущество. Дека с Савиком без позиции. Надо бы ему позицию занять хорошую. Сейчас смоки полетят, и Дека ничего не сделает. Ну вот, вот смоки. С игрока команды ВП Норфолк сел играть Алексей Бирюков. Да бывает такое, у игрока просто не прет. 7 на 20 у нас идет. Бомба ставится. 3 в 3 ситуация, Дека прошил, но тут кикерт. Не отпустит, очень сложно будет Форестеру. 2 в 3. Джейм промахивается. Флешка. Ну, бомба там стоит. Там смока нет. 28 секунд. А, смок есть. Попытаются? Дернуть. А что если? Ну, шансы есть. Все-таки кикер 33 хп и Джейм 41. Дернул. Ну. А прикинь, до конца минеру. Да, надо было изначально так делать. Норвит прошивает, все-таки убивает Трэвиса и добивает Форестера. А изначально мог бы сесть и успел бы. Ну, знаешь, деньги есть на бай. Да, не получилось. Хороший минус по никелю. Молодцы, ВП. Молодцы. А что, если камбэк? Веришь или нет, вот скажи. Да нет, я думаю, Ванин выиграет изначально. Как-то 2-0. Хотелось бы третью карту увидеть. ТБшку работяга могут завести. ТБшку? ТБшку. Еще раунд взять. А первая карта как у нас закончилась? 69. Не было ТБшки. Да. Обидно. Так, ну что у нас здесь? Смотрим, хороший бай у команды OneWin. Появляется Алик у Дека. У Джима тоже ВП. Знаешь, такой раунд. Хотя денег тоже. Вот ВП, постарайся раунд забери, и все по-другому пойдет. Ну ладно. Ой, так, а вот падает. Джейма. И стрелится. Снайперскую дуэль выиграл Джей. Конечно. Флит, не флит, флит. Что ты опять Никельбека ловит в таком же поинте, такого же. Опять флитовый. А в прошлый раз он двух поднимал, сейчас одного игрока. В прошлый раз флит его убил в прошлом раунде. А там позапрошлом, я не помню. Помнишь, когда Никельбек? Позапрошлом Никельбек даблкил дал, все верно. Ну смотри, неприятная ситуация. Размены есть, правда, лишились АВП снайпера команды OneWin. Да на самом деле не беда, у них главное, что Трэвис живой. Трэвис пока это самая боевая единица команды, на втором месте Форестер. Ну и минута времени до конца, в ожидательную позицию ВП перешли. Понемногу будут отжимать рамп. Норберт у нас еще отыгрывает под Б и уже перемещается четвертым игроком под Апоинт. А там отпускается А, там остается лишь один Никбэк. Там под Б уже запушили всю информацию, говорит, посмотри, пара. Трэвис вместе с Бумычем. Смок-рамп обновили. А сыграть бы под этот дым? Молик в карман. Флешки на рампе. Бумыч спину поджимает, и уже три игрока готовы аплэн принимать в OneWin. Слушай, хорошо стоят. Даем под карманом. Могут двоих не ожидать. Еще смок трампу. Ну, вместе. 20 секунд. Флешки рано. А почему? Где размен? Падает Норберт с бомбой. Кикер. Бомбич убивает еще Инфейма со спины, работает. Кикерт убил Никельбека, Трэвис забирает кикерта. Последний остается Джейм, 1x3. И все. Не додумаю даже засейвить. Сейчас, может, после таймера попытаются стоит. Да. Я думаю, Джейму по-хорошему... Я бы, на самом деле, на его месте решил бы умереть. Умереть, да, до таймера. Подожди. Таймер. Убить. Размен. Джейм сопротивлялся. Ну, позвонок. Выбил все девайсы из OneWin, из-за чего у них немножко проблемы с экономикой. Но раунд у нас OneWin все равно забрали. Уже матч-поинт у нас, 5 матч-поинтов. Но Джейм красавчик. Не дал себя в обиду, как говорится. Угу. Как-то очень плохо пострелял Форестер. Как будто бы должен был за первую две пули убивать. Ну ладно, смотри, 15-10. МП-9 для дека. Все под ноль закупают. Конечно, так выбил Джейм. Должны были его убивать, но он сопротивлялся, красавчик. Это если у нас ВП 11 могут взять, потом 12 придется эко делать. А там смотришь, и уже потничок такой может быть. Так. Что? А что происходит? Ну, сейчас нормально. Сейчас бэкап будет, я так понял. Нет. Это трансляция, видимо. GoTV подлагала. Нет, там они на респе стоят. Сервак залагал. Ну, сейчас у нас бэкап сделает, и все будет нормально. Интересно. Как думаешь, последний раунд или нет? А, нет, ты смотри, если они 11 забирают. Там эко на 12 должны входить. Слева-то утилити минимум. 3 смока всего.
Смотри, вот, например, 11 берут ВП. 11. Ой. Нужно зарядка занимается, подожди. Майкл Джексон включить. Что это такое? Лунную походку. Обратите внимание, как они... Вон они, вон... Нет, не увидим. Не увидим слева их. Просто на респиме. У нас GoTV залогово. Ну, сейчас эту проблему пофиксят. Ну, посмотри. ВП забирают 11. Эко на 12 выходит. И потом, потом важный раунд будет. Потом очень важный раунд будет у команды ВП. Потому что они берут, если они берут 13-й, там и эко, и последний 15-й форумс. Без денег могут остаться. Два полноценных байраунда должны у нас команда ВП забрать. Да, если справиться с этим, потому что сейчас, посмотри, неплохой бай в Unwin лучше, чем у ВП, потому что у ВП нет одного девайса, мало очень утилити у Virtus.pro, поэтому им придется собирать очень тяжелый раунд. Все, что у них есть, это АВП для Джейма. Но все, что мы видим у Джейма, так это то, что он хорошо стреляет, но не атакует, он не может атаковать, он ждет. Но давайте у зрителей спросим. Зрители, кто верит в камбэк? Вот кто верит в допы 15-15? Есть такие? Поставьте плюсик в чат. Я посмотрю. А, плюсик не поставят. Ну, поставьте, знаете, такой смайлик Good Trail. Такой вот красненький. Сейчас все такие навалят. Да просто какой-то смайлик определить нужно. Так, ну смотрим, у нас в чате есть. Там еще пока не дойдет это. Интересный такой ник. Да. Любовница Зонера. Еще интересный ник. Кто следующий? Так. Так, ладно. Ребята, на самом деле хочется еще сказать, что не уходите далеко после этого матча. Следующий матч у нас будет совсем скоро. А у нас, кстати, готовая игра, поэтому ладно, возвращаемся в игру. Ну что, поехали. А, там уже дали энтрик, да. Форестер падает. А у Норберта у нас стэк. Гранат по минимуму. Два человека у нас команды One Minute играют. Б напрягает их вместе. Знаешь, Норберт один. Да подожди. Смотрим. Норберт вернулся. Снова пода пойдут. Подожди, а как Норберт бежит, у него, видишь, он нос свой чешет. Одной рукой. Он одной рукой, что ли, все делает? Но это маэстро. Это маэстро, да, действительно. Ну что, два опорника, нет, три опорника на. У нас уже One Win. И четвертый бумыч, который немножко спину поджал. Так, ну, основная пятерка. Раунд могут забрать. Должна такая команда, как ВП, забирать этот раунд. Обязана даже. Утилить у Ванвин осталось. Надо раскидывать какие-то антиражи. О, ты что такое, никельбэк? Флешечка и репик рампы. А можно? Но врыв будет, кикер открывается. Важный дуэль будет. Забирает двоих. Перестреливает команду всю. Два последних, два в четыре. Тревис у нас стоит на пятерке. Не спешат, даже в такой ситуации не спешат игроки ВП. Нужна им информация. Ой, попадает. Тревис, 2-6 хп. Дело техники его забрать. Смотри, вот мне нравится ВП. Такой. Месть. По парам разбились, отодвинулись, не побежали с вами гоу. И должны наказывать за это ланвин. Бумыч дал флешку, но не сработала она на фейма. Вот раунд. 11 раунд для Virtus.pro, действительно. Красавчики, прям. Не сдаются медведи. Так, ну смотрим, что у нас будет проходить. Молодцы. А деньги есть? Вот деньги. Ой, команда. Ванвин нет, Ванвин денег. Это так я говорю, на 12 раунд должен. Там даже на самом деле. 1400, что? 1500 дека это форс? Да, это форс. Это форс. Так денег нет, и там на 15-13. Ну давай смотреть. Как есть немножко реализует утилити. Но нужно какие-то агрессивные действия делать, потому что если вы будете пассивно играть на форсе, у вас ничего не получится. Ну и мы видим 2 дигуа, 2 FF7, CZ-шка. Есть 3 смока у команды, пару флешек и 1 хаена всю команду. А в то время как у ВП мощный хороший бай. А ВП 4 гана. Это шансы для Virtus.pro выйти на 12 и 13 раунд после этого. И почти на допы. Почти. Но нужно выиграть этот форс. Согласен. И не спешат команда ВП. Делает дефолт, минута 20 до конца. Инфу пробивает. Но они понимают, что нет денег. Нет денег у команды Ланвин. Где этот стак находится? Стяжечка. Знаешь, такое ощущение, что может состояться здесь камбэк. Все-таки 4 раунда. Немножко до допов, действительно. Мы уже немножко не раз такое видели. Но подожди, ВП идут у нас на А, где всего 2 игрока и тройка под Б. Никельбэк. Подожди. Зиглом, начекал. Заметил. 56 секунд, а выход? Что? Выходит. Что это за свич позиции такой интересный? Ну, 5-7 поменяли. Дека с 5-7. Пытается разобраться флит, а не упадет он. Да падает! Что? Как? Да ладно, сейчас кикер упадет, посмотри. И все, полностью ситуация. Помочь. Ну, уже 5-3, уже 5-3. И как медведи переостановились. Так, а бомба 36 секунд. Как? Почему какие смоки важны? Нет? Что за невнятный раунд?
Джейм по голове получается. Бомба ставится, это фейк-плен, прострелы смоков. Тут просто уже толпой давит ван вин. Очень много дэмэджа, все красные, все битые. Виртус просто снова ставится бомба на этот раз на мужика. Остается красный кикер, Джейм падает. 2 в 4, отступает. Да ладно, это раунд! Дэвис, да ладно, кикер! Это раунд! Это 16 раунд для команды ван вин. Как они такое забрали? Они во что, ВП в шахматы играли? На фарсе против Виртус Про забирают раунд за КТ сторону ван вин. И что, поздравляем команду? У нас решили подшутить, видимо, ребята. Подшутить, ребята поменяли ход. Но ван вин у нас.